Здорово. И перед началом данного ролика я все же вынужден сказать, еп, бесполезный иерарх не дарится. Узнать, что дарится, ты можешь в любой момент в нашей специальной группе. Там по альбому все разложено, что можно подарить в Гангстер Вегасе. Так что перед тем, как у меня что-то в комментариях просить под роликом, сначала проверь, а дарится ли данный предмет вообще. Ссылка на группу будет в описании. Месяц назад нам завезли последнюю обнову, в которой было что-то добавлено и что-то изменено, в том числе изменений же коснулись и карточек за рекламу. Я их открывал почти целый месяц и буквально пару дней всего пропустил, но все же подготовил какой-никакой отчет по тому, чего вообще выбил с этих самых карточек. С одной стороны, вроде как смотришь и думаешь, а ведь скорее всего больше шансов теперь выбить что-то годное. Проходит месяц открытий, и вот итог. Выходит то, что я выбил 665 видеобаксов. И все. Мне весь месяц выпадали только одни видеобаксы, причем маленькими частями, по 25, по 35 и по 50. Только один раз выпало мне 100 видеобаксов разом. До этой обновы, насколько мне помнится, видеобаксы реже падали, да только если они и падали, то порой разом по 250, а то и по 500 видеобаксов. Только раньше большие суммы баксов падали независимо от каких-то дней. А сейчас же хоть какие-то более-менее суммы можно надеяться только при открытии карточек на 15-й рекламе. Об главных призах даже ничего и не скажешь, ибо они просто не дропаются. Они не то что не выпадают, они даже ни разу мне не показались в остальных 4 картах. Типа их вообще нету. И из-за этого я могу предположить, что шанс выпадения главного приза где-то около 1%. Ибо у кого я поспрашивал, никто не выбивал главный приз. Одному Лео повезло на статик, остальным же везло хотя бы на что-то не очень редкое. Либо так же, как и мне, выпадали одни видеобаксы. Если так прикинуть, что реальное выпадение главного приза только лишь 1%, то в среднем, исходя из математического расчета, игрок будет выбивать главный приз только раз в 150 дней. То есть же один дроп почти раз в полгода. Так себе тема, и возникает только одна мысль – верните старую систему карт. Более того, новая система не нравится мне и тем, что за первые 5 реклам ты 100% выбьешь только расходники, а это, считай, треть призов. За следующие 5 уже есть шанс получить не только расходники, но и какую-то бесполезную шмотку, которая либо имеет слабые характеристики, либо вообще не имеет какого-либо буста. И остается только надежда на выпадение видеобаксов, хоть и в очень маленьком размере. С последних 5 реклам есть хоть какая-то надежда выбить что-то годное, но что-то с каждым днем все меньше и меньше верится в что-то годное, и попадает в основном из шмота то уже, что и есть в инвентаре. Пишите в комментарии, выпадало ли вам что-то годное из этих новых карточек за прошедший месяц, или все так же, как и у меня, одни видеобаксы. Ну а я погнал делать видос по поиску кладов. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.